Это очень интересная тема о моральном и физическом удовлетворении. Ну, хорошо, когда это вместе получается, конечно. Интересный пример. В 83-м году, кажется, олимпийская сборная резерва по штанге, ну, как я помню, то ли в Подольске. Ну, делал я тогда исследование в Институте биофизики Минздрава СССР. Этот институт вообще моделировал различные нагрузки, там даже модели такие вплоть до выхода в открытый космос, но там много чего экспериментировалось. Да, сейчас этот институт по-другому называется, да, но там же и находится. Директором был Кощеев. Ну, вы представьте себе, да? Институт, где моделируют такие суровые вещи, а директор по фамилии Кощеев. Ну, понятное дело, да? Тут какие-то люди могли бы сразу провести какие-то аналогии, испытания там, Кощеев там, ну, понятно. Но это совпадение, конечно. Так вот, в этом институте я обучал группу испытуемых, или можно назвать испытателей добровольцев, чтобы они с помощью ключа выходили в состояние, режим саморегуляции, и там себя настраивали на предстоящую деятельность. Но в данном случае мы поехали на одной из таких апробаций в эту олимпийскую сборную по штанге. Резерв, как-то назывался там. Вот. И, значит, несколько штангистов, я помню, два брата, они оба штангисты, и я их научил вызывать все это состояние ключевое, в этом состоянии себя внушать, что они могут теперь брать вес любой и так далее. Ну и на следующий день, буквально после тренировки, один из братьев говорит, представляешь, говорит, интересное дело. У нас у штангистов каждые 50 грамм – это как барьер психологический. Мы к нему готовимся, готовимся. А тут я, говорит, это сразу сделал. Ну, меня, конечно, это порадовало, но другой случай был там же. На велоэргометре они работали, группа эта работала, там человек 5-6 было. Большая нагрузка. Большая нагрузка, и тут датчики прикреплены разные, и давление, и пульс, температура, ну там много чего. Вот. И посмотреть, как они на велоэргометре эту нагрузку делают, и время восстановления потом, под контролем этих же датчиков. Ну и один испытуемый, будем говорить, испытатель, да, он потом говорит, слушайте, такое интересное дело, я, говорит, когда начал крутить велоэргометр, а для них это мышца забивает, короче говоря, велоэргометр. Ну, нагрузки же на мышцы вот эти, он говорит, для меня это трудно было, я делал, 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 у меня уже так заходилось и сердце, и дыхание, но это видно было и по давлению, и по этим датчикам всем. А потом в какой-то момент, говорит, я раз перешел барьер и на автомате дальше делал. Да, и как-то легко стало, это хорошо. Да. Я, говорит, такое было состояние морального удовлетворения. Ну, как бывает, когда женщину удовлетворишь. Ну, представляете, такой пример привел, сразу всем понятный. Мужики же все там, да. Ну, теперь вот я хочу сказать, что вот это вот удовлетворение моральное и физическое, она ведь может возникать у человека и без всякой штанги, и без всякого велоэргометра, и вообще без всяких физических нагрузок, и без женщин, конечно. Например, если соединить это чувство удовольствия, которое человек получает в момент преодоления какого-то напряжения, стресса, вот это состояние облегчения, допустим, этот мозговой центр удовольствия соединить с мыслительным процессом, то мы получим гения. Потому что гений, как раз-таки, когда получает какой-то результат, он получает такое же,
удовлетворение. Да, у него такое же состояние возникает, потому что у него есть какие-то проблемы висящие, которые в его геноме творчества, как говорится, от природы. Вот он над них постоянно думает, как решить какой-то вопрос, там думает. Или, может быть, он художник, и он все время ищет какую-то, как описать какое-то явление, потому что картина – это просто рама, в которой ты пытаешься выразить смысл какой-то, а не просто нарисовать картину. Ну вот он, допустим, ищет, большой художник. Вот. И в какой-то момент он преодолевает какие-то трудности, потом выходит на тот мазок, и, наконец, он сделал. И у него тоже появляется это состояние удовлетворения. Вы знаете, вот главное, как этот центр удовольствия с чем сопрячь. Если он сопряжен, допустим, этот центр удовольствия с мыслительным процессом, вы гений, потому что вам нравится думать. Да. А это как сделать можно с помощью перезагрузки? Допустим, вам не очень нравится думать на какую-то тему, а вы можете в перезагрузке, ключевая разгрузка, выход на ноль, там помечтать о том, что в таких-то ситуациях вы будете получать удовольствие именно от того, что раньше вам не нравилось, а теперь будет нравиться. И там перезагрузка, потому что сначала вы освобождаете мозг от всех штампов, шаблонов, стереотипов мышления, как стакан, чтобы его чем-то наполнить, надо его освободить. А потом, когда вы делаете разгрузку ключевую, выходите на ноль, две половины мозга как бы разблокируются функционально, и намечтали себе, что теперь, когда вы думаете, да, на какую-то тему, вы получаете удовольствие. Да, ну, я говорил там, у меня в книге где-то было написано тоже, что учитесь у природы, учитесь, метафора, когда Бог вменял человеку продолжать род людской, он не создавал никаких комиссий по контролю качества, а только соединил эту ответственнейшую работу с чувством удовольствия. И работа пошла на автомате, благодаря чему есть и мы с вами. Да, я об этом в какой-то из своих книг писал, но главное вот это через перезагрузку можно соединить этот центр удовольствия с той деятельностью, с которой вы хотите. Или с тем образом жизни, который вы хотите. Вот не любите физкультуру заниматься, вы там можете выйти на ноль и там помечтать, что когда вы занимаетесь физкультурой, полезно для вашего здоровья, вы испытываете необыкновенное удовольствие, и там соединить, то есть создать новые связи. Да. Ну а у меня так как получается? У меня, я тоже все время думал, оказывается, я неотступно думал о какой-то проблеме. Вот я думал о проблеме, как нарисовать эту картину глазами Вселенной. И вдруг я обнаружил. Я вот позавчера ходил, смотрел старые свои картины, и вдруг я обнаружил, я же ее уже рисовал. Вот вы представляете? Но тогда я еще не достиг этого, и совершенно рисовал по другой теме. Что она там, новогодний праздник, носик прямо к стеклу, смотрит на улицу, снег, лампочки там где-то горят, салют, да, к стеклу так смотрит. Я вспомнил, я же это об этом неотступно, бессознательно думал, вот этот образ. Но не знал, что именно это. И вот когда я это сделал глазами Вселенной, вот сейчас я понял, что у человека вообще-то могут быть такие вопросы, которые он постоянно, непрерывно решает. На разных задачах, на разных примерах. И в какой-то момент, когда он получает результат, у него появляется моральное удовлетворение. Ну, естественно, физическое, потому что это же включает эндорфины. Адреналин помогал нам собираться, концентрироваться, да, быть работоспособными, преодолевать барьеры, это инстинкт выживания. А тут ты раз сбросил напряжение, получил результат, и у тебя эндорфины пошли. Аптека-то внутри нас.
Ты гений, у тебя одновременно и аптека внутри. Самое главное научиться по методу ключ регулировать свое состояние, да, и переходить к самовоспитанию тех качеств и способностей, которые ты хочешь в себя развить. Как это здорово, да? Так вот, Фрейд, дедушка, в одной точке ошибался, когда он все время упирался о сексуальной энергии. Нет, это все всемирная энергия, это прана, как говорили в Индии, это универсальная идея такая об энергии. Просто на разных уровнях она по-разному изображается. То сексуальная, то, можно сказать, эмоциональная. Да. Ну да, на разных уровнях. Та же самая энергия. Да. Вот такие дела. Ну, до встречи, друзья. До встречи.